измельчитель с вместительной чашей и насадкой для очистки чеснока. Перед нами измельчитель Hyundai с индексом HYC P3128. Вместе с моторным блоком в коробке лежит чаша, крышка чаши, блок ножей, насадка для очистки чеснока, инструкция и гарантийный талон. Корпус измельчителя сделан из пластика в салатовом цвете. Сверху расположен моторный блок с кнопкой включения. Здесь только одна скорость работы в импульсном режиме. Чтобы включить измельчитель, нужно нажать и удерживать кнопку. Чаша пластиковая с мерной шкалой. Емкость чаши 800 мл. Два острых ножа сделаны из нержавеющей стали. Измельчитель быстро нарубит мясо, твердый сыр, овощи и зелень, но не справится с твердыми продуктами вроде кофейных зерен, специй или сахара. Насадка чесночистка нужна для эффективной очистки чеснока от шелухи. Для этого достаточно поместить в чашу целую луковицу чеснока и включить устройство до 5 секунд. Мощность устройства 350 Вт. Без перерывов измельчитель работает минуту, затем требуется перерыв, чтобы моторный блок остыл. У прибора есть защита от включения при открытой крышке и защита от перегрузки. Уход за измельчителем очень простой. Моторный блок следует протирать сначала влажной, затем сухой тряпкой. Чашу можно мыть в посудомоечной машине, а ножи аккуратно промывать вручную. Итак, это устройство Hyundai быстро измельчит мясо, овощи, зелень, сыр и даже очистит чеснок. У прибора острые ножи, импульсный режим работы и вместительная пластиковая чаша.